вопрос тем, кто знаком с российской деревней. Я знаком с российскими деревнями, поэтому спрашиваю теперь у вас. Женщина утверждает, что у ее знакомых в деревню из 130 человек автобус ходит 3 раза в день. Именно в эту деревню. Я у нее специально спросил. Можете перейти, там комментариев много, и почитать об этом. Я очень часто бывал в российских деревнях, конкретно в двух. Не буду их называть, все это Челябинская область. Туда автобус вообще не ходил. В начале 90-х еще какое-то время автобус ездил туда. Там такой автобус, что я не религиозный, там готов был перекреститься, когда туда залазишь. Так вопрос. Деревня в России на 130 человек, самая обычная. Девушка говорит, что автобус туда ходит 3 раза в день для 130 человек. Не мой вопрос. Да? Ладно, зря я кривляюсь, конечно.